Всем привет! Я обожаю рецепты, где надо просто все размешать и в духовку. Это самый быстрый и простой способ. Вкуснющий, он прямо тает во рту. Нам понадобится всего 3 стакана. Манка, сахар, сметана. 3 яйца, ванилин, соль, разрыхлитель для теста. Вбиваем яйца. Раз. Сахар. Можно взять меньше сахара. Ванилин. Соль. Размешиваем. Готовится он невероятно быстро. Продукты самые простые. Сильно я не размешиваю. Кристаллики здесь сохраняются еще в яичной смеси. Но этого достаточно. Вот где-то минуту я так помешала, хватит. Сметана у меня 22% жирности. Вы можете взять менее жирную, тоже вариант. Если у вас нет сметаны, ну возьмите кефир. Манка. Сейчас вот на этом этапе вы можете добавить сюда сухофрукты, если вы любите. Можно добавить дробленые орешки. Оставим набухать манку на 5 минут. В это время включим духовку и приготовим форму. Манка уже набухла. Всыпаем сюда разрыхлитель теста. Если у вас нет разрыхлителя теста, всегда под рукой дома есть сода и уксус. Ну правда же, можно погасить. Перемешивать лучше в одну сторону, в одном направлении. У меня форма 24 сантиметра в диаметре. Она не разъемная, как вы видите. Ну, вот так полроста положили на донышко пергаментную бумагу. Бортики смажем растительным маслом. Посмотрите, какой консистенции получилось наше тесто. Вот такое. Оно дышащее. В нем начинают появляться вот такие приятные маленькие пузырьки. Выливаем смело в нашу форму. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Здесь много вкусняшек. Отправляем в духовку на 180-200 градусов. До золотистой корочки. 30-40 минут. Манник немного остыл. Если у вас форма такая же, как у меня, неразъемная в этот раз, то мы по краюшку будем проходиться ножом. Вот смотрите, видите, как я это делаю? Закрываем тосточкой и переворачиваем. Оп! Снимаем вот эту тоненькую пленочку. Видите, как она легко отходит? Так. И еще раз. Оп. Готово. Можно посыпать такой манник сахарной пудрой. Можно полить вареньем, полить сгущенкой, шоколадом или молочной карамелью, как я. Вот ссылка вверху. Лови. Сверху хрустящая корочка, а внутри он такой мягкий-мягкий, послушный и податливый. Вот такая вкуснотища у нас получается. Очень быстро, очень вкусно. Самый простейший вариант. Вкусняшка. Манник получается очень нежный. Сверху такая приятная карамельная корочка. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Пока-пока!